Казахстанские грузы, находящиеся в России, возможно, будут транспортировать через латвийские порты Рига и Вентспилс. Напомним, из-за обострения ситуации между странами ЕС и Российской Федерации возникли проблемы в сфере международных перевозок. По информации Минindustrии и инфраструктурного развития, они планируют провести переговоры с профильным ведомством Латвии и администрациями морских портов. Кроме того, в качестве альтернативы казахстанским экспортерам предложили использовать маршрут через казахстанские порты Актау и Курык. На сегодня в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута налажено регулярное контейнерное сообщение между Актау и Баку и паромное сообщение Курык-Баку. Помимо этого, наши власти намерены встретиться со специалистами этой сферы Азербайджана, Грузии и Турции. За стол переговоров по вопросам логистики сели также представители казахстанских и российских железных дорог. В профильном ведомстве, кстати, создали оперативный штаб по реагированию на проблемные вопросы. Сделано это для того, чтобы обеспечить бизнесменов и участников международных грузоперевозок информационной поддержкой. Звонить можно по этим номерам горячей линии.